Сегодня 8 сентября 2018 года. Я в Тульской области, в Веневском районе. Выехал за грибочками. На улице стоит сильная жара. В лесу очень сухо. Посмотрим, что есть. Вот я уже нашел один подберезовик, совсем сухой. Вот он. Сейчас посмотрим, какой он. На вид вроде ничего. Возьмем. Вот он красавец. Вот такой вот симпатичненький. Еще одна находка. Вот такой вот красавец. Вот парочка. Совсем такой маленький, красивый. Подальше еще один. Вот он. Крепкий, хороший. Ножка чистая. Тоже чистенький. Похоже на полножилу. Еще один. Вот он, красавец. Ножка сама сломалась. А чистый, крепкий. Такой вот красавец. Чуть не наступил. Крепкий, хороший. Такой вот крючочек. Опять сломалась ножка. Чистый. Вот какой большой, крепкий. И даже не червивый. Похуже немного. Еще один. Наверное, можно говорить о волне подберезовиков. Поеду я в другие места, в этих вот заросших сельскохозяйственных угодьях я нашел 17 подберезовиков.
Посмотрим, что есть в других местах. Вот такие вот у нас поля. Зарастают березняком. И вот у них растут подберезовики. Молодой, красивый. Чистый вот такой вот грибочек. Сейчас тоже чистый. Два разных совершенно. Вот еще один грибочек. Вот березовый такой красивый. Такой вот хороший, крепкий. Сейчас посмотрим. Чистый. Увидишь старый гриб, поищи рядом, вдруг попадется молодой. Чистый. Такой вот грибочек хороший, красивый. Чистый. Один. Второй. Шел я, шел, грибки нашел. Один. Красавец. А вот второй. Тоже ничего. Такой светлый, большой. Красота. Тоже такой красивый, крепенький. Еще один маленький, молоденький, крепкий. Такой вот кривой, красавец. Красивый. Грибы не отпускают. А у этого подберезовика, похоже, была тяжелая жизнь. Такой скрюченный весь. Такая мощная ножка. Вот еще один рядом с тем кривым грибочком рос. Дальше следующий. Тоже красавец.
чистый. Тоже чистый. Грибочек растет прямо на дороге. Еще один молодой красавец. Вот он, чистенький, крепенький. Вот такой урожай подберезовиков на сегодня. Ну, грибов достаточно много. Растут они вот в таких вот молодых березках. Это бывшие поля. Сейчас они зарастают лесом.